Следующий обзор делаю прямо возле Сали Пазари, этого, где я все это купил. Вот такую фигню купил, чай себе делать. Вместо электрического чайника она дешевле стоит 30... Стоп, сколько? 30 лир или 28, я уже запутался. Ну а чайник стоит под полтинник. Ну она прикольная, ее и домой можно будет забрать, в принципе. Такая штучка. Буду теперь чай делать в номере с нормальной воды, потому что у меня какое-то раздражение, я не пойму, то ли на подушку, то ли черти на что. Вот такую вот штуку купил, цена 8,90 лир, можно делать гранатовый сок, выжималка, в общем, ручная, апельсиновый, гранатовый. Дальше купил подушку ништяку, а, это фигня для зубной щетки, 2 лиры, по-моему, стоит. Кружка с автографом Ататюрка, вообще крутяцкая такая, 13 целых. 13 лир, но крутяцкая, вообще суперская такая. Дальше. Две наволочки с Винни-Пухом. И наволочки еще и на молнии застегиваются. Винни-Пух с шариками такие милые. И подушка, большая подушка. Вот она, размер. Ну, обычная подушка стандартная, которая стирается даже. Она стоит 28. И все это, короче, получается, стоит. Сейчас я скажу полную. Что интересно, местные ходят вечером вот по магазинам. Полно местных магазинов, несмотря на то, что идет почти ливень и время больше 8 вечера. Сали Пазари магазин. Я так как чувствовал, что я здесь все найду. Общая сумма чека 102 лиры. 102 лиры. И вот это все туда входит, что я показал. Соковыжималка, щетка для щетки, чехол, кофеварка, кружка с Ататюрком, 2 наволочки с Винни-Пухом и подушка. Ну, в принципе, я думаю, что это нормально. Я вложился, потому что много всего, как бы, а цена довольно-таки. Так, чеки надо сохранить, вдруг эта кофеварка не будет работать. Вот такие вот покупочки у меня. Вот так вот выглядит ночная Аланья. Под дождем причем. Это Сали Пазари, этот магазин. Теперь мой один из самых любимых теперь будет. Но действительно много всего накупил, согласитесь. На 500 гривен, то есть это буквально 15 евро где-то, да? Подожди, нет, сейчас, стоп, момент. 17-18 евро приблизительно, пока я вот могу перевести. Так, потом скажу подробнее. Шумно здесь, надеюсь, вам было что-то слышно.